Это вот так, вот что у ребенка была реакция именно на вот какой-нибудь компонент, вот на прививке АГДС, такого вот невозможно было определить. Потому что он первую вакцинацию от АГДС получил в 3 месяца, вот ровно в срок, да, где получает согласно национальному календарю прививок. Ребенок получил, он пришел на вторую вакцинацию, ребенок был здоровый, осмотрен педиатром 100%.